Привет, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем наши видеоуроки. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. В этом видеоуроке мы с вами будем делать велосипед. Для изготовления велосипеда нам понадобится незаурядный набор шаров. Самое главное – это 360-й ШДМ-ки, которые будут у нас как колеса. Давайте с них и начнем. Мы обязательно все обрабатываем, даже ШДМ. Даже 360-е. Так, сейчас мы с вами надуем 2 360-е ШДМ-ки. Нам важно, чтобы они были надуты одинаково. Поэтому я буду считать качки. У меня получилось 11 качков. Также мы надуем второй. Это наши шины. Теперь нам нужно сделать два не сильно больших пинча. Вот так вот мы их в плоскость уложили. И у нас здесь как раз остался хвостик. Вот так вот его перехватываем. Вот такое колесо. И второе. Так вот ручками мы его выпрямляем, делая его более кругленьким. Можно даже слегка вытянуть. Вот у нас наши колеса. Заготовки под колеса готовы. Теперь делаем дальше. Берем серые 260-е ШДМ. Парочку. Надуваем на 3,5 качка. Нет, даже на 3. Половинка будет перебор. Мне нужно сделать обод для наших колес. Мне нужно, чтобы их было ровно 12 одинаковых отрезков. Я сейчас попробую померить. Значит, вот мы делим пополам. Теперь мы делим еще пополам. Это у нас получается 4. Это получается 8, да? И еще где-то вот так. Вот такой вот где-то примерно у нас должен быть пузырь. Я делаю пузырик, пинчик, цепляюсь к нему, еще один пинчик. У нас получается одна, и дальше две пошли. Делаем большой пузырь. И пинч. Затем соединяем. Вот так. Еще раз большой пузырь. И пинч. Соединим. Пузырь.
Раз, два, три, четыре, пять. Сейчас, по идее, шестая. Это будет половина колеса. У нас уже почти половина. Надо чуть-чуть меньше делать. Прям чуть-чуть. Теперь нам нужно сделать второе такое кольцо для второго нашего колеса. Мы сделали два вот таких вот обода для наших колесиков. Теперь нам нужно сделать спицу. Точнее, спицы, а по центру мы сделаем звездочку. На звездочке нам нужно 6 лучиков. Соответственно, надуваем на 2,5 качка. И посмотрим, сколько нам хватит. Так, сначала делаем лучик. 2 пинчика. Опускаемся в центр и делаем еще 2 больших пинчика. Теперь притягиваем туда наш хвостик. И вот таких вот нам нужно сделать 6 лучиков. Нам, наверное, не хватит. Сейчас добавим. Вот такой у нас получился цветочек. Теперь мы сделаем места для креплений. Делаем небольшой пинчик. 2 пинчика. Еще один такой пинчик, то есть вот так вот пинч, пузырь, 2 пинча, пузырь. Ну, вот так вот у нас между ними серединка получилась. Также с другой стороны. Получилась такая вот звездочка с двух сторон с местами для крепления. Это наш центр. Колеса. Теперь мы берем 260-ю шедемочку и ровно по центру шедемки крепим. Так вот мы прицепили 6 шедемок. Теперь нужно натянуть их как спицы. Сначала цепляем с одной стороны. Теперь с другой. Так, это у нас по центру вроде. Вот так.
таким вот образом мы сделали с вами спицы. Лишнее мы уберем. Здесь мы зафиксируем. И снизу. Вот примерно таким образом. Теперь вот здесь вот мы делаем 260-й ШДМ-очкой. Мы из нее выгоняем воздух, чтобы она была плосенькая. Такая вот она плоская становится. И сюда. Так вот аккуратненько, ровно по центру мы ее фиксируем. Получилось вот такое вот колесико. Теперь нам нужно сделать еще одно такое же колесо, и мы продолжим собирать. Давайте сразу тогда сделаю. Возьмем еще вот такой вот кусочек проволоки, примерно по центру его согнем. Таким вот образом. Теперь мы его проденем. Здесь это, так сказать, примерка. Мы его сделаем между ШДМ-кой и вот так, таким образом. Теперь разогнем его, ее. Это будет наше, как бы, чтобы наш велосипед стоял. Сейчас я ее оттуда выну, оберну ШДМ-кой, и потом мы обратно ее поставим. Ну, ШДМ-кой я уже показывала, как оборачиваю. Сейчас покажем еще раз, чтобы было понятно. Берем ШДМ-ку, надуваем ее немножко. Мне тут задают вопросы, зачем надувать. Возьмем ненадутую ШДМ-ку и попробуем ей обернуть проволоку. Вот. Нет, я стараюсь, честно. Вот так получается. И примерно вот таким вот образом. Вот. Потому что ШДМ-ка у нас тоненькая, маленькая. Соответственно, вот такая вот ерунда получается. Теперь возьмем надутую ШДМ-ку. Надуваем ее совсем чуть-чуть. Нам она нужна больше такая. Делаем буквально оборотик, убираем лишнее и пошли. Смотрите, какая у нее большая поверхность. Буквально три раза обернув, я уже полпроволоки прошла.
Вот такая вот у нас получилась подставка. Сразу можем сделать вторую таким же образом. Мы подготовили два колесика, вот таких вот замечательных. Теперь нам нужно сделать немножечко аксессуаров и соединить их. Давайте начнем с соединений. Нам нужна будет рама с двух сторон. Велосипед у нас будет сиреневый, красивенький. Так, возьмем где-то 3,5 качка, мы будем длинные делать. Цепляемся вот за эти наши цеплялки, мы их для этого и подготовили. С одной стороны и с другой. Вот таким образом отмеряем где-то вот так, то есть под конец колеса делаем пинч. Здесь, соответственно, также конец колеса и пинч. Теперь между собой плотненько. Раз. И два. Нам нужно место, куда у нас пойдет крыло. Поэтому мы делаем по пузырику. И еще раз, только поуже уже. Таким образом, здесь у нас уже будет крылышко закреплено. Здесь мы сделали пузырьки побольше. Это у нас место, куда потом прикрепим фару. Теперь нам нужно продолжить. Мы сейчас подсоединимся к другому колесу. Здесь мы будем цеплять сразу по 2 ШД. Часть пойдет на сидушку, часть пойдет на раму. Так, мы подсоединились. Это у нас будет рама.
где будет непосредственно цепь. Вот. А сюда, вот так точнее, а сюда у нас пойдет сидушка дальше. Также отмеряем. Теперь мы соединяем их между собой. Делаем крепление для седла. Это у нас пойдет вниз. Вот так.